Итак, я принесла влажные салфетки, готова показать вам какие-то тени. Давайте начнем, не знаю даже с чего начать, давайте начнем с Dior, которые две одинаковых палетки. Ну, соответственно, буду из одной показывать. Постараюсь вам как-то сводчи все эти передать. Вообще, конечно, я небольшой специалист в плане сводчей, и я бы не сказала, что я люблю такие видео, в которых показывают сводчи, потому что я знаю, что есть любители, которые прям вводят такой запрос, сводчи теней, все мои тени со сводчами. Нет, я не отношусь к таким людям, мне вообще все равно на эти сводчи. А если что-то конкретное меня интересует, я тогда, конечно, уже смотрю. Но вот так вот я не готова тратить на это время. Так, ну вот мы видим пыльный фиолетовый, розовый такой мерцающий, вот этот совсем светлый, беленький, и вот такой вот серый. Серый мне очень нравится, это замечательный оттенок. Он очень хорошо комбинируется с другими тенями и прекрасно подходит для растушевки. Дальше, следующие тени Dior. Три оттенка, потому что вот эти два сектора, они кремовые, и они к теням, в принципе, никакого отношения не имеют. Поэтому показываю вам коричневый. Смотрите, какой насыщенный. Кстати, все тени Dior, которые мне попытались, они шиммерные. Шиммерные или сатин. Каких-то матовых версий я не встречала. Я думаю, что они, наверное, есть, но просто мне не попадались. Кстати, я с вами не делилась, у меня вот в этом оттенке, в золотом, если сейчас будет видно, есть маленькая-маленькая такая дырочка, в которую видно дно. Сейчас. Вот она, вот она. В общем, больше всего я пользовалась именно этим золотым. Ой, влезла. Влезла сначала в коричневый, потом в золотой и испортила вам весь сводч. Итак, вот он, персиковый. Не знаю, насколько он различим на камере, но уже что-то можно обнаружить. И давайте золотой рядышком сделаем. Вот золотой. Я поняла, почему раньше я не занималась съемкой сводчей, но осознаю, что для какой-то информативности, возможно, это нужно, поэтому будет удобно посмотреть отдельно сводчи, либо отдельно коллекцию теней, кому что интересно, и видео это не профессиональное, может быть, я его как-то неудачно снимаю, я это осознаю, но делаю это исключительно ради какой-то информативности. Кстати, палетка Too Faced, на нее можно найти просто миллион обзоров, очень классных, с очень хорошими сводчами на очень дорогую камеру, там, где можно все просто в мельчайших деталях рассмотреть. Если вдруг что-то заинтересует, так, смотрим. Самый нижний это вот этот. Ну и дальше. Дальше, соответственно, видите, какой оттенок In The Buff, он очень светлый, и на него можно спокойно наносить какие-то другие тени для яркости. Я люблю такие оттенки, потому что они очень помогают для создания любого макияжа, и также хороши для осветления внутреннего уголка глаза и под бровь. И даже, может быть, в качестве хайлайтера где-то нанести для осветления. Давайте я сейчас остальные вам покажу. Так. Дальше будет вот этот ряд по центру. Тени Too Faced более насыщенные, чем Dior. Как можете обратить внимание, камера на них даже фокусируется. Каждый оттенок этой палетки мне по-своему нравится. И очень красиво это все смотрится. Я делала раньше с этой палеткой макияж невестам.
Все были безумно счастливы и довольны. Так, не знаю, черный делать сводч или нет. Наверное, сделаю, чтобы было видно, что он такой тоже хороший. А это последний ряд. Как видите, оттенки интересные, палетка супер. Я уже вся просто в тенях. Так, ну что, продолжаем. А, с вашего позволения, не буду сводчить палетку Клиник, потому что она еще такая девственная. Я хочу, чтобы она пока что так осталась. А, покажу вам сейчас и в Роше. А я их когда-то уже показывала. Все сводчи этой палетки. Ну, возможно, кто-то их не видел, поэтому я попытаюсь сделать это еще раз. Пожалуй. По нанесению этого всего дела могу сказать, что коллекция у меня не маленькая лично для меня. А я думаю, что эта палетка неплохо работает в качестве повседневных теней. Они не яркие. Невозможно как-то переборщить, я думаю. Следующая палетка Калистар. И здесь мы имеем три оттенка, которые я вам сейчас покажу. Два из них относительно красные и один песочный золотой. Вот смотрите, насколько красные эти оттенки, если использовать в качестве бронзера, но тем не менее иногда я все-таки наношу средства из этой палетки. Вот этот же оттенок шикарный, он красиво смотрится и в качестве хайлайтера, и в качестве теней. Инглот. Кстати, потому как я наношу все пальцами, вы можете понимать, что, например, мокрым способом эти тени будут значительно ярче. Ну и если наслаивать тоже, все оттенки будут ярче. Стараюсь, чтобы все было видно. А, плохо передался второй оттенок. Вот я его сейчас попробую. Еще раз наслоить. Плохо видно его все равно. Но тени очень красивые. Мне нравится с ними работать. Это и удобно, и комфортно, и оттенки везде уместны. В процессе съемки этого видео я поняла, что мне нужны такие, знаете, руки манекена, чтобы я туда это все наносила, потому что у меня уже просто кожа красная из-за того, что я салфеткой мокрой тру это все. Давайте так. Вот, видите, сразу эти тени, насколько они крутые. Смотрите, это же просто. Вот эти тени, это просто тени всем теням. То есть вы можете видеть, что они прям супер. Сразу же покажу вторую палетку. Здесь идут более светлые оттенки, но тем не менее есть два насыщенных. Первые три, конечно, плохо видны. Давайте я вам их еще вот так поближе покажу. О, вот, смотрите, фокус есть на первых трех.
Остались только одиночные тени. Я не буду показывать аквагрим, остальное покажу. Давайте начнем с теней пупа. Я их очень люблю. Вот смотрите, насколько они красивы. Золото. А, кстати, можно их использовать, например, в лосьон для тела. Они тогда деликатно мерцают, очень красиво смотрятся. Дальше давайте Мэри Кей посмотрим. Я уже вам показываю на пальцах, потому что руки у меня красные, они будут искажать просто все оттенки. Это тени из СССР. Смотрите, какие они тоже крутые, вы видите? Это не то, что вам и в Роше, которые практически незаметны. Вот видите? Это супер. Так, эти даже не знаю, как показать, чтобы уж совсем не испачкаться. Мэри Кей гранит. Так. Вот они какие. Угу. Потом вот такие Мэри Кей. Они тоже яркие. А пока не могу от них избавиться, потому что нравятся они мне сильно, не знаю. Так, и последние. Ура, это будут последние, наконец-то. А, это тени Эльф, которые также служат праймером. Сейчас покажу вам оттенок. Называются они Misty Mauve. И вот такие пыльные сиреневые. Кстати, они очень похожи на такие полукремовые тени, прессованные от L'Oréal. У меня были раньше, я не помню, как они назывались. Ну, в общем-то, очень схожи. Металлик такой. А я пробовала на них наносить другие тени. В качестве базы они работают, но не в течение дня. То есть примерно держат часов 5 и все. Поэтому пока не решила, что с ними делать. Девчонки, это вся моя коллекция теней. А напишите, сколько у вас есть теней. Мне будет интересно почитать. Я хотела бы держать у себя, может быть, пару палеток. В принципе, больше мне не нужно. Может быть, даже одну. Но пока до этого еще далеко. Пока вот как есть. Все, большое спасибо всем за внимание. С вами была Марина. Прошу вас, не судите строго это видео, потому что, честно, не специалист я в плане сводчи, но я очень старалась для того, чтобы вы могли оценить оттенки всех этих продуктов. Все, спасибо большое. Всем пока. В общем, это сложно. Я поняла, почему я этим раньше не занималась. Это ужасно сложно. Today was another sunny day for me, going. But hearing the sound of the rare funk on dancing cars. Rather than that human being can do is to keep on standing and rise up like a flower underground, like a flower from underground.